Друзья, снова приветствую вас на канале «Разводня как хобби». Сегодня выходной день. У меня по плану подмена воды. Значит, как вы знаете из предыдущих видео, кто смотрел, кто не смотрел, я рассказываю, что у меня система протоку не подключена, то есть в общую водопроводную систему. А приходится мне каждую неделю подменивать примерно 20-25% воды. Закольцовано два яруса, верхний и нижний. И сегодня вот можно видеть, уже достаточно много скопилось отходов жизнедеятельности рыбок. На дне, вон, видите, сколько их там. И сегодня я это уберу и покажу, как я это делаю. Хочу сразу сказать, что на обслуживание разводни, в частности, на подмену воды у меня уходит примерно 1,5 часа. Ну, если на расслабоне, так 2 часа времени. Итак, начинаем. Для слива воды я использую вот такие шланги. Этот, по-моему, 10 миллиметров. Для того, чтобы он был толщиной, для того, чтобы он был более жесткий, я такой шампур прикрепил к нему на пластмассовых затяжках. На конце поставил такую сеточку, это для того, чтобы убирать у мелких рыбок и чтобы их туда не засасывало. И второй шланг чуть побольше у меня. Вот такой, где-то 25 толщина, 20-ка, короче, ну 20 тоже. Жестко он сделанный, и им очень хорошо и удобно убирать всю муть и грязь в аквариумах. Кроме того, по разводне у меня проведены вот такие канализационные трубы, закреплены они, это 50-ка. Они в такой, в разных вариациях сделаны. И по ним вода уходит на огород. Вон там у меня есть отверстие в стене, и вот там вот труба, на, ну ее там не видно сейчас в зарослях, но там есть труба, и она вся, вода выходит на огород, то есть достаточно удобно. Также эту воду, которая сливается из аквариумов, мы используем летом для полива на огороде различных культур. Эта вода очень полезная для них. Так, беру я шланг толстый. Вот этот, который у меня такой потолще. И начинаем работать. Рыбки немножко переживают, конечно, сначала. Но потом они знают эту процедуру. Вот. И они стоят в стороне, а я аккуратно все это убираю. Шланг нормального качество, пищевой. Это опытным путем я выбрал себе такой шланг. Для чего? Для того, чтобы пока я вот убираю, и одновременно с мусором сливается вода, которая необходима для подмены. Чтобы и не больше было, и не меньше. Я вам сейчас покажу, сейчас мы почистим этот аквариум, покажу. Метки у меня есть такие на аквариумах. И оно примерно я знаю, сколько воды нужно сливать. Сколько это, 20% там, или 25%, в зависимости от объема баночки. Они то туда плавают рыбки, то туда. То есть они как бы и не баламутят эту воду. И этот мусор, который на дне. Процедура для них знакомая. Вот видите, практически уже все я убрал. Сейчас я еще немножко воды солью, ну и, естественно, по дну положу этим шлангом, для того, чтобы слилось количество воды, которое мне нужно. Осталось совсем немножко, буквально сантиметр. Ну и за это время подберу я здесь еще то, что не подобралось. Ну вот, практически мы 20% воды, даже 25% слили, можно вынимать шланг. Все. Вот и все. Кислород я не выключаю. Постоянно он идет. Достаточно такая мощная
аэрация. Свободно рыбки эту процедуру переносят без проблем. Вот смотрите, если можно присмотреться, вот здесь вот есть у меня такие точечки синие, видите? Это говорит, вернее, показывает уровень, до которого нужно слить воду. Ну, соответственно, есть она и вот здесь вот. Вот можно видеть и на этом аквариуме, вот здесь. И так мы продолжаем работать дальше со всеми аквариумами. Еще также хочу сказать, что стенки в аквариумах я не чищу по одной простой причине. В каждом аквариуме у меня есть 3-4 анциструса, которые с этой задачей четко справляются. И проблем с чисткой стекол вообще нет. Я их вообще никогда, вот сколько у меня разводня уже, почти 4 года, я никогда стекла не чистил. Они всегда в идеальном состоянии, видите? И в маленьких аквариумах здесь тоже сомики есть. Они все подчищают, все четко. Здесь, конечно, сомики взбаламутили всю воду, но ничего, все мы почистим. Так, соберем на втором ярусе немножко у этих красавиц тернеций. Они, конечно, немножко там переживают, но это не страшно. Тоже для них знакома эта процедура. И мы потихонечку вот так убираем. Оно все уходит в канализацию. Деревяшечку мы не берем. Сейчас сомики ее погрызут. Так, ну а здесь все красиво подбирается. Так, в уголках во всех подбираем, все четко. Ну, видите, рыбки, они как бы знают эту процедуру. Они там что-то метушатся, ну, как бы это не очень мешает уборке. То есть, даже если их так много в аквариуме, а когда их там десяток, два десятка, так это вообще элементарно все делается.
Ну и, конечно же, не забываем промыть мочалки, которые стоят у нас в санке. Потому что, видите, у них тоже попадает грязь. Они грязные. Там два слоя. Одна крупнопористая, одна среднепористая. Они забиваются, поэтому их тоже нужно чистить. Ну все, мочалки постираны, на место поставлены. Фильтрация включена. Рыбки все счастливы. Водичка свежая у них. Вот таким образом меняем мы воду без проблем. Полтора часа и все сделано. Друзья, кто не подписался на канал, подписываемся. Смотрим видосы, которые появились на экране. Они тоже интересные, полезные. Смотрим плейлисты, которые в ссылочке. Ну и до встречи на канале «Разводня как хобби». Пока!